Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 7. Урок 21. Найди ошибки в решении примеров. Запиши и реши их правильно. Пример А. 7,2. Представим в виде неправильной дроби. Для этого мы 3 умножим на 7 и прибавим 2. Получится 21 плюс 2 – 23/3. В данном примере, в задании, мы 3 умножали на 7, а здесь 7 умножали на 2, поэтому получили неправильный ответ. Пример Б. 58/9. Из данной неправильной дроби выразим целую часть. Для этого мы 58 разделим на 9. Получится 6 и 4 остаток. Мы получили число 6,4. А в примере дано число 4,6. Это ошибка. Пример В. 2,3 прибавить 1,6. Получится 2 плюс 1 – это 3,3. Прибавить 6/7 – получится 9/7. Сначала все шло верно, но затем 9/7 выделили целую часть. Это будет 1 и еще 2/7. Итого 4,2. А здесь только 3,2. Забыли прибавить 1 часть. Пример Г. 5,2 отнять 1,4. Получаем. 5,2 представляем в виде числа 4,13. У пятерки заняли единичку, представили эту единицу в виде дроби 11/11 и добавили имеющуюся часть 2/11. Получили 4,13. А теперь отнимаем 1,4. 4 минус 1, получается 3. 13/11 минус 4/11 будет 9/11. А в примере 5,13. Забыли, взяли единицу, представили ее в виде дроби 11/11, но занятую единицу не представили, что это число 4 осталось в целой части, а здесь 5. В итоге неправильный результат. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.